Ну что, узнаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то. И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафаров. Он был близко знаком с вашим старым другом Аль-Баширом. Вы знали? Зря время тратим. Извините, я вроде еще не закончил. Вы знали, что Кафаров и Аль-Башир работали вместе? Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там, и пропавшие бомбы у него. Считалось? Кроме вас никто не слышал так называемое признание Аль-Башира. Послушайте, надо остановить Соломона. Вы говорили по телефону, он здесь. Ваша история, может, что-то и есть, но нестыковок по-прежнему много, сержант. И в следующую ее часть особенно трудно поверить. Ну ладно. У Кафарова вилла в долине Гелат. Мы направлялись туда, а там возникли осложнения. Хорошо. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Сразу за мостом Гелат. Так что же это за мужик? Чувак из контактов Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Всем позывным бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по Красному пути. Был контакт. Отбой. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3. Больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воин, стоп. 34 минуты. Я спал 34 минуты. Увидел сон, как пью молочный кофе. Что это означает? А, черт! Тут засада! Среди деревьев! Транспорт подбит! Огонь противника слева! Враг за камнем! Слева! Протяга главный! Я 1-3. По нам ведут специальный огонь. Хватит, подбит! Ведем бой! Прижали! Вверх от середины. Недалеко. Пошел. Пошел! Давай наверх. Быстро. Быстро. Противник впереди. Черт! Русские десантники. Настоящие русские, что бы это значило? Может, они работают на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим. Мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да.
По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Становись! Готовимся к выходу. Цели! Спарка! Бойцы! Рассредоточиться! Живей, вашу мать! Цели в глубине! Укрытие! Атакую! Подходят! Идем по строям! В позиции! Продолжать огонь! Держать сектора! Атакую! Атакую! Не стрелять! Все чисто. Собрались. Маткович, ты наблюдаешь. Выглядаю укрытие. Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Подвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо! ПМД противника. Зэкбер, давай быстро сюда. Ударь по ним из фагота. Стреляю. Вся техника уничтожена. Отлично. Колонны. Лететь в оба. Есть. По моей команде. Пошли. Турель, направо, направо. Рассредоточиться на правом фланге. Огневое прикрытие. Поджарь их. Атакую. Yeah.
Контакт справа! Огонь на подавление! Работать по секторам! Есть! Атакую! Темп не сбавлять! Огонь и переход! Враг в укрытии справа! Выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Бронетехника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. Вижу их. Блэкберн, держи сектор. Помогай Матковичу. Контакт спереди. Сержант Кампо, настраивай. Сэр, нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь валить в гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Только не нас, да? Он нас видел! Он нас видел! Вот же сраное дерьмо! Дайте укрытие! Подобьем! Есть стингеры! Транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Стингеры в машине были. Это последний. Взять можно? Придется. Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Пошел! Блэкберн, ищи стингер. Он в кроулере. Ты где отрезанный? Не высовываться! Пошел, пошел! Берегись! Быстрее! Твой чужой работает дома!
Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомба или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной?